Соедините с отделом по защите прав потребителей. Вам надо кого конкретно? А, заявление написать. Я не знаю, кого надо. У них номер-то есть вообще? Что? Номер у них есть? Да-да. Ну, соедините. Или позовите. Вот телефон. Ага. Вот номера. Телефон бесплатный, да? Да-да. Ага. Просто короткий номер набираю, да? Да, там какие номера написаны. Там почему? Защиты прав потребителей. А мне надо заявление написать, составить. А, ну, по поводу то, что не возвращают деньги. А, вы уже сказали, что запустится, да? 33. Схематично показано просто, что фильтр был. Если два фильтра, значит они ставят вместе. Он же не будет как на картинке выглядеть. Я вот с этого номера, да, вот с этого телефона, который находит, звоню и не получается. Может, вы сами как-то сообщите? Да, я звоню. Там нет никого, простите. Какой вопрос у вас? Ну, составить заявление. Нет, вы скажите, вопрос какой. Я отвечу на него, с камина будет заявление составлять. Нет, надо, я потому что в прошлый раз мне деньги не возвращают. Какой магазин, какой вы еще? Интернет-провайдер. Кто? ТТК. По части чего? Ну, я, получается, расторгнул договор, и там оставалось на балансе деньги, оставались. И сказали, что вернут через там 10 дней. Уже около месяца прошло, и денег нету. То есть вы письменно к нему обращались? Да. У вас акционный тариф? Нет. Сколько вы у них обслуживались? Меньше месяца. Тариф сколько стоит? Сейчас точно не помню, 500, по-моему, или 450. Оборудование в аренду брали? Нет, ничего не брал. Там есть листочек, смотрите. Не, нету. Белого нету, чистого.
Да, вот почему у вас в отделе защиты прав потребителей никого нет сейчас? А я вот с этого телефона, который на входе, не могу на них дозвониться. Ну, 30... Нет, но вышел какой-то мужчина, сказал, что, который не имеет к ним отношения, сказал, что там никого нету. И вот я хочу с начальством тогда переговорить, почему... Я хочу составить заявление, хочу узнать, почему в отделе защиты прав потребителей никого нет, как вот сказал мне вот этот мужчина. Мужчина, а можно, да? Кто вы вообще? Так, давайте здесь напишем про занятие. Сейчас сказали, мне подойдут, помогут. Давайте я буду ждать тогда. Вы что хотели? Ну, чтобы конкретно с отдела защиты прав. Так это я есть отдел защиты прав. Так вы же сказали, что никого нет там. Нет, там они вышли. Вышли или уехали куда-то. Они обычно составляют, помогают. Они разве не должны быть постоянно на месте в течение рабочего дня? Ну, у них работа есть другая. Ну, кто-то же тут тоже все равно должен принимать заявление. Просто если их нет, то я могу выйти. Если они есть, они консультируют. Ну, сейчас я, наверное, начальнику позвоню сперва. Знаю, почему так вообще. Как позвонить начальнику? Смотрите, вот здесь ездит. Ну, найдите. 500 наберите. Они взяли, сняли свой. Вот так работает Роспотребнадзор Бурятии, а вернее не работает.